Приветствую всех, с вами Хулдым, и мы продолжаем проходить игру «Привет, Шарлотта», первый эпизод «Монстры, еда и мишки», плюшевые мишки, если я ничего не путаю, названий. Вы приняли, предыдущая серия была принята вами прям очень приятно, больше почти 50 просмотров на видеоролике, пришло и лайков тоже нормальное количество, стандартное на канале, так что это показывает мне, что вам нравится данная игрулька, и мы ее продолжим проходить. Вот, но для начала я вот кое-что хотел сделать. Во-первых, хотел, так скажем, заглянуть в этот самый всемокубики, всемогущие кубики и почитать про жильцов, так как я про них забыл. Шарлотта — это у нас текущий пользователь, который пока не до конца прошел программу обучения. Так, да, жильцы. Сейчас почитаем про них, чтобы я вспомнил. Творецкий с подвального этажа. Заметки пользователя проводит время за шитьем и таксидермией. Да, короче, он делает чучело. Да. Хасли, хирург, которому принадлежит межпространственная клиника на втором этаже. Заметки пользователя. Однажды заказал 30 коробок скотча ради неизвестных целей. Да. Наши товарищи очень такие интересные люди. Они профессии, настоящее имя неизвестны. Заметки пользователя. Беннет — это именно значки костюма химической защиты. Короче, да, вот этот самый загадочный. Они вообще инопланетяне, даже сама Шарлотта их назвала, так что мы по факту сейчас с какими-то инопланетоидами находимся. И мы единственный такой более-менее нормальный человек, скорее всего. Ну или нет. Вот. Найден ключ от подвала. Великолепный. Мы нашли ключ от подвала. А теперь какие задания у нас есть? Задание есть? Не, ничего. Пусто. Кстати говоря, да. Тут еще что у нас есть вообще в вещах? Надо вспоминать ключ от подвала, мыло и книга правды. Ну тут да, там рассказывается лор. И вообще по факту тут по факту показывают, что ну тут все марионетки. Так кто тут? Так тут никого нет. Так давайте сначала в комнату, так как тут вот кто будет. Давайте посмотрим, кто это. Беннет поглощен просмотром телевизора. Тут даже ничего не играет. Так, ладно, Беннет. Ну, Беннет. Ну, хорошо. На кухне. На кухне никого нет. Так, что будем делать? Так, ну, скорее всего, вот эта комната, да? Вчера она была открыта. Ну, как понятно, так как нам сказали, это из-за каких-то проблем. Господи, сколько будет 2 плюс 2? 4. 4, конечно же. Если ты так свободно делаешь подобное заявление, тогда правильно. Тогда правильно, ты можешь пройти. Мне кажется, если бы я выбрал 5, меня бы тоже пропустили. Так, тут ничего не появилось. Нет, ничего интересного. Ничего интересного. Ничего интересного. Не, пусто. Так, подвальная комната это тут, кажется, или что? Так, на улицу нам не выйти. Мне сейчас не нужно выходить наружу. Что ж у нас снаружи? Дверь открыта. О, великолепно. Ключи, отлично. Так, а это что? Открой меня. Открыть коробку. Блин, что-то меня это пугает. Ага, она выглядит подозрительно, хотя мне все еще любопытно. Открой меня. Так, как я знаю, тут очень много легко умереть, так что делаем файл сохранения. Так, открой меня. Рискнем. Открывает коробку. Неожиданно все уничтожает. Неожиданно все уничтожает сингулярность. Внезапный конец. Уничтожить мир менее чем за одну секунду. Соединение потеряно. Попробовать снова. Да, как я и говорил, тут лучше сохраняться почаще, потому что умереть тут можно очень часто. Склад шейных принадлежностей. Швейных принадлежностей. Склад швейных принадлежностей. Да. Заполнен тканями. Что тут? О, а вот он и хирург. А вот и наш хирург. О! Ух ты! Эйден любит порядок. Даже все его манекены на своих местах. Да, он самый такой культурный. Еще одно платье в горошек. Платье в горошек.
платье еще красивее, чем то, что справа. Красивое платье. Еще одно платье в горошек. Платье в горошек. Простое черно-белое платье. Да, оно так выделяется. Так, мы пройти не можем. Он нам не даст пройти. Кстати, он с рогами. Привет, мистер Эйден. Как всегда. Как всегда в делах. Здравствуй. Здравствуй, милая девочка. Тут есть одно платье. Я хочу, чтобы ты примерила его, если не возражаешь. С удовольствием. Я надела платье, сделанное портным. Блин, а красиво. Подожди, скринчик. Надо скрин сделать. Подождите. Shift Z, кажись. Блин, подожди. А, ладно, сейчас сделаем потом. Потом сделаем красиво. Подожди, стоп. Стоп. Так, пара секунд, быстренько, давайте. 5. Можешь доказать это? Если нет, доступ запрещен. Отлично. Да, обмануть все-таки не получилось. Открыто. Кстати, все, погнали, погнали наверх. Так, ну и тут уже мы все осмотрели, так что давайте наверх, да. Это все мы осматривали. Давайте сразу к нему. Так, мистер Эйден. Отлично, кстати, выглядит. Отлично. Вау, оно очень впечатляет. Оно называется «Белое в горошек». Платье Минду. Оно называется «Белое в горошек. Платье Медузы». Ему еще не достает нескольких завершающих штрихов. Я отдам его тебе, когда оно будет готово. Блин, а крут, спасибо. А он работает, да? Эйден, полностью увлечен процессом. Давай не будем мешать ему. Так, ну хорошо, тут все мы осмотрели, так что ладно. Да, такая вот небольшая заминочка, пошлите сюда. Так, хирург, давай осматриваться тут. Так, делаем перемотку на всякий, тут сохранку делаем, просто чтобы потом возвращаться не нужно. Сделай сам массаж сердца, все, что вы хотите знать о теории струн, но боялись спросить. Эгоистичный ген, обман в науке, человек, который принял свою жену за шляпу. О, наконец-то книга, которую я читала. Тебя кто-то принимал за шляпу? Или ты видела мужа, который принял жену за шляпу? Пристрастие к бумаге примите своего внутреннего пищевого извращенца. Да, он нам, хирург предлагал покушать обоев. Альманах официальной истории. Официальной истории. Что делать, если ваша дочь принесла домой уран? Интересно. Так, тут все пусто, да? Да, тут все пусто, 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 пусто. Так, давайте почитаем все полочки, а потом будем двигаться дальше. Мыльная Библия. Мыльная Библия. Так, твой сын инопланетянин. Так, твой сын инопланетянин. Как повысить свой КИ, смотря милые оперы. Мыльные оперы. Я уверен, что вторая книга может быть полезна. Полное руководство по захвату вселенной. 425-е беспроигрышное издание. Да. Каннибал на свободе. Энциклопедия о людях. Полное издание. Клиническая хирургия для чайников. Тысячи человеческих болезней, от которых можно умереть. Мне кажется, их даже куда больше. Журнал пользователя «Мой дом рожден». Ой, подожди, кажется, мне кажется, надо по порядку. Давайте по порядку. Журнал пользователя. Он появился из ниоткуда, когда я был ребенком. Была ли я в детском саду или в библиотеке с мамой, или одна в своей комнате? Он всегда был там, наблюдал за мной из самого темного угла комнаты, своими желтыми глазами, не произнося ни единого слова. Когда я попыталась рассказать о нем маме, он поднес палец к своим губам, будто не хотел, чтобы я говорила. Так что я не стала.
В моей книге правды я назвала его наблюдатель. Как только я дала ему определение, этот мужчина заговорил со мной в первый раз. Да. О, недурное имя, должен сказать, отметил он. Однако, разве не любой, кто наблюдает за тобой, становится наблюдателем? Я была вынуждена согласиться. Тогда я буду звать себя Человек-зонтик. Слегка ошеломленный этим, мужчина закашлял. Тогда я буду называть тебя Человек-зонтик. Хотя я бы предпочел более благозвучное имя. Давай остановимся на этом. С тех пор я давала определенное имя каждому субъекту, что повстречаю в доме. Блин, а это круто. Ну хотя это отчасти даже способ не сойти с ума, потому что что-то мне кажется, что в такой ситуации, в такой изоляции, такие занятия очень даже полезны. Журнал пользователя «Человек-зонтик номер 2». Это 6-я запись. Когда мама спросила, с кем я разговаривала, я не рассказала ей о человеке-зонтике. Вместо этого я солгала. Журнал пользователя «Мой дом, мой день рождения». В день моего 9-го, 10-го дня рождения посреди ночи раздался звонок в дверь. За дверью стоял человек в маске, одетый в цилиндр и черный костюм. «Привет, миленькая Шарлотта», — сказал он с улыбкой. С улыбкой человека, который предлагает детям конфеты. «Мама говорила мне не разговаривать. Мама говорила мне не разговаривать с незнакомцами», — ответила я решительным голосом. Он вздохнул. «Я не незнакомец для тебя. Человеческая память так недолговечна, не так ли?» Даже если я действительно знаю тебя, но ты должно быть плохой парень, настаивала я. Я плохой? Почему это? Я должна была придумать что-нибудь. Это потому, что все злодеи носят цилиндры. Ох, неужели? Что за глупый предрассудок? Прокомментировал мужчина с легким смешком. «Ха-ха. Не дай внешности обмануть тебя». С этими словами он снял маску. Как я и думала, мужчина оказался никем иным, как человеком-зонтиком, собственной персоной. «Хоть мне и хотелось поболтать с тобой в этот знаменательный для тебя день года, пришел я по другой причине». Я наклонила голову от любопытства. «Слушай внимательно, малютка. Я пришел, чтобы сообщить, что тебе был назначен кукловод, так как ты достигла возраста 10 лет». «Кто это?» «Они представители истинного королевства, специально созданные, чтобы наблюдать за вашим проблемным видом. Тот, кто назначен тебе, кукловод, типа Сет. Что касается их целей, они здесь для того, чтобы вести на вас, марионеток, через ваши короткие жизни». «Почему они делают это?» «Видишь ли, малютка, свобода воли — это выдумка». Обдумала я свои слова, пытаясь подобрать умный ответ. «Ах, такой подбор слов, должно быть, был слишком сложным». «Ах, такой подбор слов, должно быть, был слишком сложным для ребенка. Скажем по-другому. Познакомься со своим новым другом, который будет наблюдать за тобой. Его зовут Сет». Не слишком-то дразни его. «Хорошо?» А вот и мы. Ну, получается, наше имя — Сет. Проведено сканирование отпечатков. Доступ запрещен. Так,
Доступ запрещен. Доступ запрещен. Ну что ж, давайте. Да, кстати говоря, можем еще вот кое-что сделать. Вещи. Книга правды. Кукловод. Этот парень. Это, кстати говоря, тип сет. Вот мы. Мы есть этот кукловод. Вот наблюдатели и вот марионетки. А инопланетяне — это все жители дома. Да. Хаксли очень занят препарированием трупа. Предположительно, это когда-то было человеком. Привет, доктор Хаксли. Привет, маленькая Шарлотта. Насчет того небольшого разговора, который у нас был до этого. Не могла бы ты мне оказать услугу и присмотреть за моим дорогим племянником пару дней? Я был так занят работой над лекарством от глазной чумы, что глаза за ним совсем не поспевали. Насколько я знаю, сейчас он, возможно, собирает редкие образцы среди бела дня, но свою беду, он слишком увлекающийся. Разве ты также недовольна увлекающейся на свою беду? Однако главная причина, почему я беспокоюсь о нем, это то, что у него, видишь ли, нет чувства направления. Возможно, у него плохие манеры, но не обращая на это внимания. Ладно, я помогу. Феликс, иди сюда. Ах, мне не нужно, чтобы кто-то следил за мной, дядя Хаксли. Ладно, ладно. А теперь иди поиграй с новой старшей сестренкой. Дяде нужно делать науку. Вот опять он начинает. Приятно познакомиться, Феликс. Я Шарлотта. Привет. Если ты хочешь пережить этот день, не смей вторгаться в мое личное пространство. Ух, я почти чувствую, как его взгляд прожигает мне кожу. Это будет долгий день. Доступны новые локации в комнате для препарирования. Получено новое задание «Убить время». О, кстати, вот он наш напарник, Феликс, кстати. Вот, убить время. Читайте книгу, посетите запертые комнаты, поговорите с жильцами. Ой, извиняюсь. Ну что ж, понял, надо поделать всякие вещи. Ну, погнали. Подожди здесь. Доступ разрешен. Оу. Химлаборатория. Так вот, где работают группа Беннета. Похоже на то. Тут обычно все вылетает на взлетает на воздух, так что доступ ограничен. Понятно. А, с ним поболтать не получится. По-видимому, его имя Болдауин. Болдауин. Это Гудвин. Этот человек, у этого человека нет ярлыка на костюме. Безымянный. Подожди. Именно ярлыки костюма Баланш. Бланш, точнее, Бланш. Привет, Феликс, как дела? Мы открыли... Блин. Мы открыли, что добавление темной материи в тесто улучшает вкус шоколадного торта на 15%. Никому не говори. Оки-доки. Темная материя в торте. Это Франклин. Франклин Рузвельт. Это Лактор. Это кто? У этого парня написано Арчибальд. На ярлыке его костюма. На ярлыке костюма Баланш. Но это Баланш. Это Гудвин. А, тоже Гудвин. Вот тут журнал пользователя номер 8, кстати. Они следят. Ну да, следим. Мы всегда следим. Что тут? Тут ничего интересного. Найден взрыватель языков. Взять его? Нет, положить его обратно. Верно, мне следовало это знать. Ладно, взять его не дадут. Эх, какие вы скучные. Я бы хотел кому-нибудь взорвать язык. Себека, например. Одна смерть лишней не будет. Для нас-то это все равно мы кукловоды. Хотя, конечно, это жестоко, честно говоря. Это реально мир жестокий. По факту мы можем убить Шарлотту всем, чем захотим. Я могу открыть ее. Доступ разрешен. О, ёпт.
Что это за жижа? Образец для исследования поставщик органов. Смотри, но не трогай. Ладно, не буду убивать ваши головы. Что это за хрень такая? Что-то это слишком жутко. Дверь сканирует глаза мальчика. Доступ разрешен. Так, подожди. Давай вернемся. Можешь скрин сделать. Ну давайте сделаем принтскринчик. Тихо. Сделаем принтскринчик, потому что уж слишком уж это чудо-юдо интересное. Так, ладно, все сделали. Погнали теперь отсюда. Пошлите в следующую комнату. Так, все, вперед. Доступ разрешен. Погнали. Так, надо выпить. Кстати говоря, за ваше здоровье. Что-то я забыл. Сегодня у меня вкусный чаек, так что я буду наслаждаться каждой минутой. Одна дверь из трех ведет к смерти. Жуть. Открой дверь и умри. Выживи и получи приз. Вау, так это взаправду? Хочешь проверить? Подожди. Wait. Давайте, перемотка. Файл сохранен. Сохранились. Ну что ж, давайте, погнали. Открой дверь и умри. Ничего не происходит. Открыть еще одну дверь. Давай третью. Дверь открыта. Ничего не происходит. Получено. Лазурная лента. Лазурная лента. О, великолепно. Кстати, а что будет? Подожди, кстати. Давай перемотку. Так, вещи. Лазурная лента. Что это даст? А, я могу ее экипировать на кого-то. Так я понимаю. А, я ее экипировал. Бум. Плохая концовка. Премия Дарвина. Да. Быстро. Ладно, загрузка. Гоу, загрузка. Так, все, ладно. Подожди, тихо. Вещи. Лазурная лента. Ну, мы можем ее экипировать только на Шарлотту. Ну все, мы ее, получается, экипировали, так ведь? Да-да-да-да-да. Мы ее экипировали. Подожди, а что это значит? Она типа на нас теперь? Подожди, лазурная лента. Я, честно говоря, понять не могу. Ладно. Подожди, что было? Подожди. Я, конечно, понимаю все дела. Давайте выход в главное меню. И сейчас чисто просто поглядеть. Загрузка. Вещи. Ладно, давайте оставим ее пока что. Просто на всякий пожарный. Просто не будем ее делать. Ну, короче, сохранку потом. Хотя, ладно, давайте. Я рисковый парень, так что... Экипируем ее на нас. О, Хаксли. Хаксли выглядит очень занятым. Ну, хорошо. Все. Кстати, а он... А, мы назад не можем вернуться. Эх. А, нет, можем, кстати. А, нет, он не реагирует никак, так что, ладно, бесполезно. Ну, ладно. Так, гоу. Так, тут пусто, заполнен тканями. Кстати, можно пока заглядеть к нашему работнику. Все еще занят, мистер Эйден? Привет, маленькая Шарлотта и Феликс. Так как вы здесь не хотите примерить кое-что из одежды? Что за хрень? Шарлотта закрывает рот Феликса своей рукой. Конечно. Конечно же, мы примерим. Простое черное платье. Платье в горошек. Я бы хотел бы тебя одеть в платье, братан. Кстати, как тебе? Да, Феликс. Феликс, я бы тебя в платье одел. С радостью бы. Так, ладно, он никак не реагирует. Он никак на это не реагирует. Так, ладно. Ладно, все, мы сделали. Да, ты очень некультурный.
Честно говоря, мне нравится мистер Эйден. Он реально такой, ну... Хотя он может оказаться самым страшным. Так что, ну, тут пустота, тут ничего интересного. Так, что дальше? Наверх пошли. Эта лестница ведет на первый этаж. О, мы можем выйти. А, мы можем выйти. Подожди, кстати. Пойдем назад. Может, его в нашу комнату привести? Ну так что. Старшая сестренка хочет пойти спать. А как насчет тебя? Мне не нужен сон. Я возьму бутылку с мылом и измерю твои мозговые волны, пока ты спишь, глупый человек. Похоже на план. Полагаю, мне не требуется составлять тебе компанию в ванной. Да ни за что на свете. Иди спи уже. Спокойной ночи. А все? Я уже слишком сонная, чтобы выходить. Ну секунду, я не хотел. Ну фак. Да ну нафиг, я хотел увидеть больше. Ну ладно. Ну, как говорится, шанс упущен. Блин, обидно, что они не показывают, знаете, такое. Я думал... Да. Я не знал, я бы хотел бы к этому дурачку подойти, кто там мыльные оперы слушает и тому подобное. А его, скорее всего, уже нет. Ну ладно. Так, а сколько сейчас времени? Ну, кстати говоря, неплохо. На этом мы и закончим. Давайте тогда ляжем спать. Ну что ж, спать погнали. Спокойной ночи. Ну, я пошла спать. Спокойной ночи, Сет. Что-то скользкое вползает в комнату. Спрятаться. Шарлотта прячется под постельным простынем. Мрау. О, привет, Личин кот. Ты тут немного напугал моего кукловода. Однажды мой кот превратился в личинку, или он все время был личинкой, которая превратилась в кота. Мряу. Личин-кот утверждает, что собирается удобно устроиться на моей кровати. Хорошо. Хороший кот. Блин, столько красивых этих. Не знаю даже, но я думаю... Хороший кот. Шарлотта гладит личин кота. Личин кота, он мурлыкает. Шарлотта мирно засыпает. Блин, интересно. Ой. Что это был за звук? Но что это был за звук, мы узнаем уже в следующей серии. Обидно, конечно, что часть мы все-таки пропустили, но ничего, еще успеем. Я каждый уголок в этом доме просмотрю. Надо будет выйти на улицу все-таки посмотреть и пойти там в другие комнаты. Ну, как говорится, такая уж ситуация, что прям все осмотреть не получится. Я буду теперь стараться делать. Если уж я что-то пропущу, то пропущу навсегда. Такие уж дела. Так что так. Надеюсь, вам понравилось. Ставьте лайки или дизлайки. Буду надеяться, актив будет примерно таким же, как и в предыдущей серии. Узнаем же все-таки, что это звук в следующей серии. Мне прям нравится игрулька, она погружает, и даже, честно говоря, прям, ну, хочется играть и играть, и даже какой-то сонливости не нападает на меня. Слишком какой-то сильной лени играть. Пишите комментарии, предлагайте игры для прохождения, так как эту игру нам предложила очень хорошая одна подписчица, Star. Все имя я, жаль, не смогу произнести, так как у меня отображается все, ники отображаются лишь наполовину, лишь Star, а дальше идут непонятные символы, такие уж дела. Большое ей спасибо, очень приятная игрулька, я еще, кстати говоря, порыскал и нашел еще парочку подобных игр. Их-то они тоже скоро появятся, я думаю, вам понравится, как только мы с другими закончим. И заглядывайте в описание, там будет ссылочка на мой Discord сервер. И не забывайте заглядывать на Рутуб, там тоже будут появляться все видеоролики. Может быть, с интервалом там один день будут выходить также и на Рутубе, чтобы и на Рутубе те, кто будут там находиться, вы смогли их посмотреть. Это так, чисто резерв, если уж что-то с Ютубом случится. И не забывайте жать на кнопочку подписаться, на колокольчик, так вы пополните нашу маленькую, но... Хотя не такую уж и маленькую, но крепкую семью. И с вами я, конечно же, не прощаюсь. Скоро увидимся!